Алексей Навальный побывал на очередном допросе. В Следственный комитет одного из оппозиционных лидеров вызвали по делу Кировлеса. Его подозревают в причинении ущерба этой госкомпании на сумму 16 миллионов рублей. Сегодня блогеру предложили ознакомиться с новым составом следственной группы, к которой добавился еще один юрист, подполковник Нестеров. Об этом рассказала журналистам защита Навального. На сегодняшнем допросе активиста ждала неожиданность. Основатель фонда по борьбе с коррупцией написал в Твиттере: «Пришел один из следователей по болотному делу и торжественно вернул мне 10 тысяч рублей, изъятые на обыске в квартире. Собчак, завидуй». Напомню, по делу о беспорядках на марше миллионов оппозиционер проходит в качестве свидетеля. 11 июня в квартирах участников протестных акций прошли обыски. Правоохранители изъяли в том числе разные суммы денег. Помимо Навального обыскивали квартиры Ильи Яшина, Сергея Удальцова и телеведущей Ксении Собчак. Которую я всех призываю.